Все детишки дружно в ряд, наркоманский наш отряд. Каждый род стишок читает и желание загадает. Хрейт, твой выход! В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Я не помню эту песенку из моего шестилетия. А сейчас, детишки, по очереди будем просить у Деда Мороза желаний. Я, если можно, первый. После предыдущей серии Among Us я у Деда Мороза попрошу новое очко, потому что старое мне разбил сраный чпуньк. А я вот у Деда Мороза хочу попросить новую палочку. А для чего? Правильно, чтобы, если что, сломать еще одно новенькое красивенькое очко. Да, Эд? А чё я? Я тут ни при чём! А я на Новый год пожелаю Дедушке Мороза, чтобы меня больше никогда за борт не выбрасывали. А я хочу щенка на Новый год. А я себе хочу новый учебник по геометрии, чтобы было вообще куча пятерок у меня. А я хочу, чтобы ты перестал быть красной крысой. А я хочу, чтобы до конца зимы набралось 10 миллионов подписчиков. Да какие 10 миллионов подписчиков? Да нет, картошка, да нет, ты что, с ума сошла? Нет! Это уже невозможно! Ты куда разогналась-то так? Ты мел, достай, картошка! Вот подождите, если 9 миллионов до конца зимы наберем, уже будет хорошо, а там и 10, а там я уже, может, искать и встречусь, а там уже, может, и вот это все остальное, и тройняшки, и свадьба, и мамина мама. Шутка. Хотя... Я подумаю еще насчет этого. Ну давайте тогда начинаем, что ли? Первый раунд! Рычажок не трогаем. Рычажок это только мой. И только я могу на него тыкать. Чего же вы так быстро-то свет этот выключаете? И здесь еще одно задание. На самом деле, я очень хочу быть убийцей вот в этом ролике. Ну, как бы, а когда я не хотел им быть. Но просто. Некий подписчик написал один очень интересный комментарий. С очень интересным читом. И я очень сильно хочу его проверить, работает он или нет. То самое чувство, когда в каждом новом ролике по Among Us новые читы открываешь. И я честно так скажу, если этот чит работает, то он самый сильный чит за все время, который я когда-либо использовал. Поэтому, если я сегодня буду убийцей, то я смогу победить буквально за одну секунду. Одну. Я сейчас иду в эту лабораторию, и если опять здесь, через вот этот самый люк, через который любит вылезать чпуньку, он еще раз отсюда вылезет, я цемент ему туда в этот люк залью, чтобы он больше там никогда не прятался. Так, здесь есть задание, есть. Ну что, так мы уже половину заданий-то выполнили, нифига себе, куда вы так торопитесь-то, а? Мед сюда, золото сюда, железо сюда и нарост вот сюда. Слушай, так, Лерочка, мы же сейчас уже победим тогда, получается, быстренько. Одно из самых длинных заданий. 20 раз умереть можно, пока его вот это выполняешь. А ты что стоишь, дуремота? Ну ты хотя бы в меня не тыкай, иди тоже задание выполняй, картош! А кто? Это еще что за фигня сейчас была? Так, а кто-то походу мои читаки начал использовать, да? Так. А кто сейчас был в лаборатории или в реакторе? Скажите мне, пожалуйста, кто-то там был? Меня не было. Кто-то кокнул картофанку у меня на глазах после того, как я выполнил задание, но там никого не было, но я потом видел то, что у меня на глазах открылся люк и кто-то туда залез, только я его не видел. Тайна, убийство, расследование, призраки ходят по нашему дому. Это что, битва экстрасенсов или что? Ты что, экстрасенс призраков видишь, да? Вот я и в душе не чаю, кого я вижу, кого я не вижу. Вот там Чик, вот Банан, Херейт, я, Мия, Чпунька, Амочка и Ксюха. Ладно, давайте тогда пропускаем прямо сейчас.
А эту тайну можно очень просто вычислить прямо сейчас. Здесь у нас показано Ксюха, Отопчик, Амочка, Банан и Лера. Вот здесь написано. Она невидимая. Вот как стать невидимым, я выяснил в предыдущей серии Among Us, а там новый чит я обнаружил. Лерочка у нас невидимая, но здесь она отображается. Я даже ей сейчас вот это в личку напишу в Майнкрафте. Лера пропердела. Ты как себя чувствуешь? Она думает, что она такая хитрая, да? То, что она такая умная, обмануть меня сейчас может. Все отлично! Ой, а чё что-то отлично, вот это Лера, если ты вроде как сдохла, да, получается, потому что тебя здесь нет. Если ты сдохла, чё тогда отлично, господи, вот это задание, чё ж мне такие длинные это задания тогда получаются. Так, а как мне Леру тогда подставить прямо сейчас? Отомчик уснул чё-то посередине коридора, походу реально мама позвала там уроки по геометрии делать. Так, там Мия у нас, а где Лера-то вообще получается? Ага! А ты, Банан, походу, реально слепошарый, да? Ну очко тогда себе протрили, если ты не видишь. Банан, чё это такое? Чё это такое? Ага, ага, ага. И вот как ты оправдаешься, а, Банан? Откуда там был труп? Я отвечаю тебе, в комнате кроме меня не было никого от нее. А я вам так скажу, в комнате никого не было, потому что у нас здесь один призрак ходит вокруг стола. Вот зайдите вот туда, где можно за кого-то голосовать, а? Вот вы видите то, что там можно проголосовать за Лерочку, да? А вот почему-то Лерочки в этой комнате нет, хоть за нее можно проголосовать. И у меня такой вопрос, а как за нее можно проголосовать, если ее здесь нет? Ты что, экстрасенс, да? Ты Леру своими читами научил играть, да? Ментальная связь, там передали это, умов, да? Да нет у меня никакой ментальной связи, это очевидно. За Леру говорите, время кончается прямо сейчас. Вот я вам честно говорю, это 100% Лера. Моим оружием, если кто-то пользуется, я сразу его... Вот! Леры нет в комнате, но мы ее как-то выкинули, да? Ну ты реально призраков видишь, реально экстрасенс. С тобой опасно в комнате в одной находиться. Это да, это да. Давайте, идите задание выполняйте, потому что нам немного осталось. Кто моими читами пользуется, от моих читов и умирает, как говорится народная вот эта пословица. Лерочка-перделочка, а кто второй убийца? А вдруг прокатит, вдруг она сейчас скажет. Это Никита 100%. Если бы это был Чпуик Лера, то Никита вот этот давным-давно бы меня уже кокнул в этой своей лаборатории. Хотя можно, в принципе, сейчас пойти и проверить. Там у нас Бананчик, Мия и Херейт ходит. Здесь у нас Ксюха ходит. Так, ладно. А Чпунька реально тогда получается нет? Чпунька реально... А чё ты стоишь, Этаса? А чё ты стоишь, глаза пузырища? Не могу понять, Мия. Вот и чё это сейчас было, а, Мия? Это не я. Я увидела труп, который лежал в углу. Но только перед этим ты хотела выбежать из комнаты, да? Типа ты его не заметила. Хотя подожди! Монтажёр этого ролика, а можно повтор того момента? Дебил, сам с собой говорю, я же ролики монтирую. Повтор. Здесь у нас Ксюха ходит, так. А чё ты это самое сидишь, пердишь и даже не признаешься? Так, Мия, а у тебя склероз? Ксюха же забежала в эту комнату за Херейдом, а потом ты забежала. А куда ты испарилась, Ксюшечка моя дорогая? Я просто зашла из комнаты, а потом выбежала, а ты меня не заметил, вот и все. То есть ты невидимой стала потом, что я тебя не заметил и ты выбежала из комнаты? Нет, ты просто вообще не заметил. А ты меня заметила, то, что она выбежала из комнаты? Нет. Хоть не Лера в этом сообщении написала, что это Чпунька-убийца, но я Лере не поверю. Кикаем эту Ксюху про пердуху. До свидос. Внимательность! Вот что это называется! А ты, Лера, ты где вообще? Ты чё? Вы офигели, что ли? Мое же оружие против меня использовать, Лера!
Знаешь, я вместо Леры скажу. Лера, ты коза, ты опять убиваешь свою сестру, понимаешь? Ты просто научилась. Ты вот у этой, да, читам научилась, да, скажи мне, пожалуйста. То есть теперь он твоя сестра, да, а не я? Какая, как да? Я могу быть сестрой Леры? Ну, вот так. Может, она моя тогда сестра получается? Не, наоборот. Я твоя сестра, Лера. Запомни, еще раз будешь мои читы воровать, даже учитывая то, что ты мой брат, а я твоя сестра, Лера, в бан улетишь как пуля просто, моментально. Я вам предлагаю, знаете что? На самую первую карту пойти. Давно мы с вами, кстати, на корабле не играли, а чё? Можно пойти поиграть. Ну вот сейчас я даже не знаю, мне повезло или опять не повезло. Тут со мной Чпунька в команде. Очко же уже сломано, если он сейчас вот это обнаружит, то что я читер, что он мне следующее тогда сломает? А сейчас я хочу проверить, работает ли этот метод, который мне написал подписчик в комментариях. Но перед этим я должен к кому-то подойти вот сюда, допустим, и с быстрого вот здесь слота переместить кнопку убийства вот сюда и вот сюда, чтобы оно выглядело как-то вот так. И если верить подписчику... Ты чпунь... Ты чё, через люк выпрыгнул? Ну тебе повезло то, что я тут только один... Если верить подписчику, то это сейчас такая жопа будет. Вот почему у меня прямо сейчас светится кнопка убийства, если как бы рядом даже никого нет вот здесь. А потому что, как мне сказал подписчик... О, прикол-то через стенку могу убить! О, подожди... А, так ты здесь была, картошка! Как мне сказал подписчик, кнопка убийства не перезаряжается. Вот бежит Ксюха репортит труп, но не добегает! И банан бежит репортить труп, но не добегает. И, господи, мать моя женщина, просто три трупа. Вот это уже слишком. Надо как-то отмазаться, а хоть я как бы и всех могу кокнуть, но надо как-то отмазаться. Три трупа в ряд. Просто друг за другом лежали просто в лесенкой вот такой. В электричестве, я даже не понял, кто и как кого кокнул, я просто прибежал, офигел, то, что там три трупа в одном месте лежали. Давай новый сезон битвы экстрасенсов. Что вы можете сказать по этому поводу, Эдуард? Мне кажется, это Чпуньк. Потому что я в начале игры видел то, что он возле камер прям ошивался, вот такой ходил. Мне кажется, это он. Ты что, вообще что на башкой кокнулся? Тебе что, одного сломанного мачка мало, что ли? Тебе вообще очко конфисковать или что? Вот видите, он даже при вас не, вот это, не стесняется мне угрожать. Вот, даже не хочет оправдываться. Это 100% Чпунь. Просто голосуйте за него прямо сейчас. Это месть, Чпунь. Это месть. А Чпунька я кокну по простой причине. Чтобы мне больше осталось людей, которых я смогу сейчас убить в этом раунде. А план у меня следующий. Заманить просто всех в одно место и по очереди. Чик, 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 чик. Но перед этим мне надо взять кнопку убийства и переместить. Так, ты подожди. Я не успел еще все кнопки переместить. Вот так. Вырубаем свет. Берем вот эту кнопку и просто ждем. Кто первая жертва, которая сюда прибежит? Ага. Так, а ты что там делала, Мия? Я тебя даже сразу не заметил. Так, опять три трупа челы на одном месте. А кто там еще, кстати, остался? Кто-то же... Да. Я прекрасно знаю, что вы сейчас хотите все сказать. Вот просто я это знаю, но давайте начнем с того, то, что мне уже больше нечего ломать, потому что очко у меня уже сломано после Чпунька получается. Это не я. Это не я и корова не моя, как говорится. Это все подписчики. Вот сами мне написали вот такой чит в комментариях. Я сейчас просто решил проверить. Проверил. Чит работает. Ты чё, вообще что ли, из Наруто на всю голову? Ты что творишь? Тебе что, одного очка сломанного не хватает, что ли? Вот ты попросил у Деда Мороза новое очко, да? Так
очко на тебе уже сломанное придет, а это очко я тебе конфискую. Вот. И то сразу же тоже конфискую. Вы в этом высунь микрофон изо рта! Ты куда себе его засунул, то что он такой громкий? Вы вытащи! Ребята, это предновогоднее чудо сейчас было! Кнопка убийства без вот этого. Без восстановления, просто ходишь такой тык-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 тык, новогоднее чудо. А давайте сразу на Северный полюс пойдем. Чё, если Новый год, можно себе жопу поморозить хоть прямо сейчас. Да ты издеваешься. Ну нафиг ваш Амонг. Убийца я и Эд. Прощайте. Тю! Ну, псих ненормальный, что с ним это, что с ним поделать-то, да? Я говорю, он это клевета, это клевета, идите задание выполняйте. Так, задницу, вот это. Вот что ты делаешь? Ты очколоматель, чпуньк, в смысле? Понимаешь, я просто не хочу играть с читером, поэтому... Я буду каждый раз нас палить, если мы будем убийцами. Ну, я тебе, чпунь, скажу, ты мне тоже не очень сильно нравишься. И я с тобой тоже не очень сильно хочу быть читером. Но, извини, вот это... Господи. Ты с каждой игрой все страшнее и страшнее становишься, честное слово.